Пошла запись и прикидываю здесь. Прикидываю, лазерная авиапушка, урон 70, дальность 21 километр. А скат тоже урон 70, но дальность 30 километров. Время перезарядки 24 секунды. А у авиапушки время перезарядки 2 секунды. Ну, то есть, потому что это именно как пулемет она, да? Еще есть, конечно же, огненный шторм, не-не-не, еще есть у нас авиапушка обычная, 10 урон и дальность 10 километров. Почему это все смотрю? Потому что думаю, как перестраховаться от окончания Иллирия. Поставить легкие пушки на перехватчики и маленькие корабли сбивать слабыми пушками, слабыми ракетометами. Можем себе это позволить 6 миллионами? Вполне себе можем. Попрошу показать, что у нас есть в принципе на базах. Здесь есть два огненных шторма. Первый готов, плазменная авиапушка и лавина. Угу. Второй на ремонте, две плазменные авиапушки. Рейнджер на вылете. Это европейская база. Американская база, снарядить корабли, показать перехватчики. Плазменная авиапушка, две штуки. Кстати, надо здесь еще один момент проверить. Леголас на вылете, на разведке, да? Проверим момент один. Здесь у нас Иллирия нету сейчас. Хочу снять, хочу закупить сюда. Ну, давайте вот сюда скат закупим. Две штуки. И ракет побольше. 20 ракет, допустим. Закупим, сколько оно будет идти. И хочу снять с перехватчика тогда... перехватчика две плазменные, если здесь будет Иллирий, перекинем его. Здесь у нас один перехватчик, чем он снаряжен? Тоже две лавины. Угу. Давай сюда тоже закупим скат. Скаты недорогие на самом деле. Можно лазерные авиапушки произвести. Или чисто на скаты перевязать. Здесь места не хватает почему-то, да? Купить, нанять. Ну, допустим, две купил и эти, а тут можно что-то продать. А продавать тут особо нечего, здесь всего лишь пусковая установка. Угу. Две, кстати, еще есть. Может их продать? Или их перекинуть сейчас, транспортировать? Ну нет. Сейчас, друзья, снарядить корабль. Здесь у нас чисто один перехватчик. Лавинами заряжен. Зачем здесь две еще установки? Они не нужны здесь просто. Пусковые две установки продаю. И закупаю еще скатов. Скат это ж Стингер. Стингер, да, но все равно они не влазят. Хорошо. Следующая база, антарктическая. Снарядить корабль. Здесь чем заряжен? Лавинами тоже. Давай закупаем. Закупаем деньги, да, не особо тратятся. Две такие. И сколько ракет вылезет? 20 ракет. Хорошо. А здесь еще ничего не запущено. Далее, что важно? Что важно? Гиперволновой на Америке сейчас сделается, будет покрытие больше. Ментальный щит, плазменная ПВО, мастерская. Еще что меня смущает, ближнее обнаружение у нас 0, а дальнее обнаружение 1. Но я надеюсь, что в ближнее обнаружение входит большой радар. Или надо два радара иметь, вот этого я тоже не знаю. Это, возможно, тоже можно посмотреть. Корабли, подождите. Модули базы. Вот радар малой дальности. Радарная система ближнего обнаружения имеет эффективный радиус действия в 550 км. Связана со спутниковыми системами для поиска наземных объектов. Система обнаружения цели среднего размера с вероятностью 5% в течение 10 минут. Возможно совместная работа нескольких радарных блоков, что увеличивает вероятность обнаружения. Дальний радар. Эффективный радиус. Все то же самое. Все то же самое. А гиперволновой... Гиперволновой попрошу показать, все лаборатория. Средства связи инопланетян основаны на использовании гиперпространственных волн, распространяющихся почти мгновенно. Декодер позволяет осуществить перехват и расшифровку переговоров НЛО. Возможно, определение типа НЛО его, а здесь вообще нету никаких процентов. Значит, надо везде декодеры строить. Ух, очень сложно все. Так, что у нас здесь? Здесь у нас Леголас патрулирует. Сколько у тебя? 77 топлива. Новую цель попрошу выбрать. Вот на вот эти острова. Нам нужно найти ихнюю базу. Ихнюю базу. Здесь у нас что? Здесь один перехватчик готов. Леголас полетит далее в Южную Америку. Здесь нужно продолжать искать в Австралии. Здесь заправка идет. Угу. 8 сентября. Леголас достиг указанной точки, патрулирует. Плазменный ховертанк завершено. Отлично. Отлично. Это означает, что можем сканеров движения пару сделать. Пару сканеров движения мне попрошу всех. Сделай мне сразу 5 штук. Угу. И это не стоит ничего, практически кроме денег. Топливо на исходе у Леголаса, он возвращается на базу. Окей.
Здесь заправился, готов сержант Петров, да, проверить вот эти острова, во-первых, на наличие базы. Корабль снабжения человека-змей, база пришельцев, опять летит в Антарктику. Угу. Нужно перехватывать, вот сюда летит уже, слушайте, огненный шторм надо посылать. Хотя корабль снабжения может и это, но надо огненный шторм с ремонтом вылетит. Не-не-не, отмена. Тот, который на ремонте, пусть ремонтируется. Вот этот огненный шторм, как раз заряжена та пушка, которая нужна. Сюда полетел, здесь новую цель, перехватчик 6, надо поддержать, потому что сейчас базу тут будет в Антарктике делать, да? То есть Антарктика у нас, вот эта база. Я путаю Антарктику и Антарктиду, да, Антарктида на севере, Антарктика на юге, по сути. Перехватили, перехватили, уничтожить снабжение. Огромный корабль, человек измерил. Он стреляет, ничего себе, впервые вижу, чтобы снабжение стреляло. Все, ты отстрелялся, его немножко повредил. Теперь твоя задача. Твоя задача, никаких возвращений на базу. У тебя еще 70 топлива, и ты будешь проверять все-таки мне Австралию. Где-то вот здесь я хочу проверить на наличие базы. А, огненный шторм продолжает свое победоносное шествие. Можно огненному большой корабль базы пришельцев в Антарктика. Еще один большой, слушайте, надо уже второй огненный шторм посылать. Или второй перехватчик. Вот этот четвертый. Может, не нужно эти лавины? Давай на вот этот. Второй огненный шторм должен вылетать тоже. На два снабжения. Это очень... Вот это тот иллирий, который нам нужен. Тот, который с ремонтом, должен лететь. Должен лететь и тоже вот куда-то сюда. На вот этот, например, держать его. Топливо на исходе. Ну да, он поскольку на ремонте, то он не заряжается. Один огненный шторм. Как топливо на исходе? Упустили. Стоять, ребята. Сейчас же базу сделают, человека-змея. Ну вот один огненный шторм летит. Вот здесь ищет место для базы. Ну, возможно, мы базу выявим. А ну-ка давай 5. Не-не-не, каких 5 минут. Так, агрессивной стандартной атакой давай по нему. Это перехватчик только стреляет по нему. Давай сбей его, пожалуйста, азиатский. Джеки Чан не справляется с поставленной задачей. 5 секунд. Этот продолжает летать. Здесь этот на вылете. Что делать в таком случае? А огненные штормы не перезарядились. Этот тоже не перезаряжен. И вернуться на базу. Очевидно, базу сейчас они где-то здесь будут строить. Здесь еще корабля нету. Кого послать? Кого послать? А послать-то некого. У нас огненный шторм готов, второй говорят. Топливо 100%, уже перезарядился. Посылаем, перехват, конечно же, огненный шторм номер один. Вот этот корабль взять, НЛО-126. А второй пусть делает базу, слетаем на нее. Слетаем на нее. Перехватчик 4 топлива на исходе, хорошо. Так, летает что-то много. Это снабжение, да? Да, Человека-змей, боевой корабль, кстати, миссия база пришельцев. Боевой корабль, это значит, здесь крисолиды будут. А вот это у нас... Это снабжение, значит, здесь не будет крисолидов. Хорошо, огненный шторм. Осторожной атакой попрошу. Щит есть попадение, хорошо. А на боевой корабль можно даже не лететь, потому что могут нам повредить второй огненный шторм. Отстрелял ракеты лавина и переходишь на плазменную пушку. Есть попадение, сбит. Хорошо, есть миссия у нас. Есть миссия. Теперь, огненный шторм. Лететь ли на второй боевой? У второго боевого задача база пришельцев. То есть будет обустраивать базу или база уже обустроена, только мы ее вычислить не можем. Но мы же покрываем всю Антарктику, не могу понять почему. Или снабжение должен был заложить базу, а вот этот должен был уже ее наполнить. Наполнить и солдатами и... Я даже не знаю. Если пошлем просто на боевой корабль, можем потерять еще и второй огненный шторм. А на ремонте у нас первый. Отмена операции, огненный шторм. Вернуться на базу. Этот отпускаем. Тем более топливо на исходе. Никак бы не взяли его. Так, нужно на вот это снабжение лететь днем. Лететь днем с максимальной подготовкой. Базы снарядить корабль. Рейнджер 6 заправка. Экипаж есть, все ребята готовы. Плазменный хавертанк обязательно. Обязательно. Сканер движения 2. Медкомплекта 3. 2. Осветители есть. Тяжелая плазма есть. 14. 14. 14 не надо. Надо 10. Ментальный зонд нужен. Парализатор нужен, потому что здесь может быть лидер. Бластерную установку надо брать. Хотя, тоже такое. Магазинов побольше давай. 20 штук. Каждому по магазину. Псиусилители есть. Но нет еще этих...
Сенсорных 20, дымовых 10. Ракетную установку есть. Тяжелая ракета одна осталась, надо закупить. Зажигательные есть. Это если ночная будет, кто-то выстрелит. Парализатор, поскольку есть, сколько у нас бомб к парализатору? Давай побольше, 5 штук. Всех их захватим. И по солдатам, кто полетит. Одно место доступно. Джайна, рядовой, рядовой, бобрует капитан уже. Бобрует, вынужден лететь ты на эту миссию на самом деле. Снайпер, капитан, хорошо. Хэви нужен, это Арибет. Арибет займется ракетометом, наверное. Нам нужен еще, нам нужен гренадер еще. И инженера нужно два, потому что все штурмовики. Волтер выходит, Рипли рядовой выходит. Так звание не получила. Галдриэль выходит. Сейчас нужно серьезно подготовиться. Икслон новобранец. Попрошу мне инженера выдать. Секира тоже новобранец. Остальные псионики. Еще. Ролл есть, Пашка новобранец. Вот, Пашка Ролл. Уже инженер, уже летит. Медик Ларет Вайлот новобранец. На такую миссию новобранцев брать. Что ж ты делаешь? Эйп, капитан, не сиди. Все ребята давайте наверх переместим вас, потому что псионики, чтобы были внизу. Псиоников не трогаем, псионики занимаются своей оперативной задачей. Одни новобранцы у нас. Дима Вареник, вот снайпер, очень хочет полететь, да? Снайпер нужен, но он дохлый. Матфик новобранец полетит. И Юлия Владимировна медик второй. У нас есть два медика, нам нужен еще один инженер или хотя бы один гренадер. Есть ли у нас гренадеры? Димка Кудрявцев есть, рядовой, кстати. Вот Димка, полетишь. Полетишь. Боброид возглавит операцию. И кто еще нужен? Инженер еще нужен. Петрович снайпер почему-то. Петрович, полетишь. Полетишь. Так, давайте выстроим наших всех солдат. Вот так, вот так. Ой, как хорошо, что сделали они вторую правой кнопкой, что можно их наверх выбрасывать. Очень теперь это. Матвик инженер первый. Матвик инженер будет второй. Матвик будет бросать дым. Снайпер Петрович, подожди, выходить первым. Арибет нет, Арибет Хэви где-то в середине, Мария медик здесь. Второй медик Ларет Вайлет новобранец. Давай тебя вот сюда куда-то, а Мария, поскольку рядовой, то подальше. Один инженер хвосте, второй инженер Матвик. У Матвика большая, сейчас многозадачность будет, Матвик, надо приготовиться. Джайна Прайм, Прайдмур штурмовик тоже. Кстати, рыба-сержант у нас есть, снайпер-медик еще один. То есть нам не нужен, по сути, еще один медик-новобранец. Ларет Вайлет сидишь. Сидишь, но это сержант, это сержант. А Мария рядовой. Мария тогда вперед, снайпер, медик, рыба назад. Гренадера надо брать. Блюзбро, Юрчик, придется тебе лететь тоже. Гренадер, вот гренадер займется гранатами. Матвик просто не сможет и инфу давать сразу, и гранаты бросать. Юрчик, будешь бросать гранаты. Петрович, снайпер, смотрите, как рвется на передовую. Давай Матвика сюда, штурмовика. Штурмовика Джайну Прайдмур вот сюда. Петровича все-таки снайпера, ну как-то вот так. Хорошо, потом инженер Матвик, потом медик Мария. Слушайте, мало опять. Давайте Хэви, может, поближе. По броне. Все получат бронекостюмы. Бронекостюмов нет, говорят командир. Почему? Потому что надо снять с остальных оперативников. Бронекостюмы должны получить все. Скоробогатка до сих пор с ранением. Бронекостюмы не успевают производиться, потому что мы производим другие вещи и теряем, сейчас без костюмов опять летим. Ну вот первая тройка, Джайна, Блюзбро и Петрович получают бронекостюмы. Хэви и медику в принципе не нужно. Димка Кудрявцев, гренадер нужен на самом деле. А кто возглавляет операцию, простите, Боброид? У него есть бронекостюм, хорошо. Летим туда. Летим, обязаны лететь. Здесь сканер движения еще делается, чтобы он был просто. Давай, у нас есть пару штук, пусть будет три, и следующее производство мы запустим опять бронекостюмы. Мы это вынуждены делать, да? Да. Летим за Иллирием. Давайте посмотрим, прилетим ли мы в день, пока мы будем лететь. Перехват. Рейнджер 6, заправка у тебя, кстати, еще. Давайте, чтобы мы опять в лужу не сели, снарядить корабль Рейнджер 6. 2 часа. Давайте заполнишься полностью, здесь немножко время пройдет. А боевой корабль пусть обустраивает базу. 5 минут. И вот как раз мы в день. Боевой улетел, потому что, очевидно, базы нету здесь у них. И его миссия вообще не должна засчитаться. Теперь мы должны успеть в день. С хавертанком. С хавертанком, да. Значит, давай, перехват. Рейнджер 6 готов, полностью заряжен. Лететь далеко достаточно, да?
Не допускаем их базы. Возможно, это ошибка. Возможно, следует допустить их базу. И проволновой готов. Кстати, хорошо. Сканер движения произведен. Ну все, давай бронекостюмы. Бронекостюмы мне. Тратим сплавы. Сплавов куча у нас. Бронекостюмы производи. Окей, окей, окей. Летим на миссию. Операция. Боевой корабль Человека-змей база пришельцев. Вот он вернулся. Не, не вернулся, мы его просто перехватили здесь. Огненный шторм, как? Перезарядка? Ремонт? Ну, я даже не знаю, не хочу посылать на ремонт. Давайте оценим. Оценим. Снарядить корабль. Второй на ремонте сколько будет? 8 дней еще. Не хочу посылать. Пусть этот огненный... Пусть этот боевой корабль летает. Если потеряем огненный шторм второй, не сможем сбивать вообще никакие корабли. Все, летим на миссию. Операция сложная будет. Большой разведчик Утона, Мутон, ответный удар. Вот это надо сбивать. Вот это надо сбивать огненным штормом, потому что ответный удар от Мутонов мы не переживем. Причем над водой попрошу его сбить, да? Да, большой корабль еще, он еще и отстреливается. А, это мы стреляем, все, этот сбили. Ответный удар, не будет ответного удара. Не в этот месяц, ребята, мы не готовы. Не хватает ракеты лавины, чтобы перевооружить огненный шторм на базе Woodlock. 5 секунд, сейчас закупим. Это не вопрос даже, ракеты лавина. Берем. Скаты очень долго прибывают. Берем, есть, хорошо. Ну что, supply снейкманов. Будут крисолиды или нет? Миссия 52. Операция Вальдемар. Вальдемар. Пришельцы, да, обнаружено все. Джайна Прайдмор. Это сюда. На снабжении может быть лидер. Патроны сразу приготовить. Осветитель. Мы в день прилетели. Осветители пусть будут у тебя. Хэви плазма, да, дополнительный магазин, все есть. Да, еще один сенсор, поскольку ты штурмовик, ты не можешь уже нести. Джайна Прайдмор. Дочь адмирала или это. Вот гренадер Блюзбро готов по полной. Дым, первый ход, во второй ход. Сенсор, в третий ход сенсор. Два осветителя на всякий случай. Два магазина тебе не нужно. Один на всякий случай. Очень тяжело нести тебе, Юрчик, потому что ты новичок. Осветители выложи. Тебе надо побольше дымовух, потому что ты гренадер, чтобы ты этим занимался. Это вот сюда, это вот сюда. 32 очка действия. Ну ты выбросишь первую, нормально будет. Петрович, снайпер. Петрович, это тебе не понадобится. Тебе нужно создать дымовую завесу, иметь возможность. И вторую возможность тебе нужно это. Знаешь что, давай магазин на плечо, чтобы быстрее перезаряжаться. Леди Арибеда Тильмаран, попрошу взять другое оружие. Попрошу взять ракетомет, заряженный, кстати, зажигательный. Зажигательную в рюкзак, эту зарядить. И Хэви, наверное, вот ты займешься маленькой установкой. Маленькой установкой. Мы тебе больше никаких оперативных задач давать не будем. Понимаю, тяжело нести, но ничего страшного. Патроны должна взять. Патроны весят капец, сколько говорит леди Арибет. Ну давай ты одну ракету выпустишь и потом займешься чисто маленькой установкой. 39 сила. Очень-очень слабенькая леди Арибет. Но прокачаешься, нема на то рады. А если вот так, 51. Пока ты выйдешь, ой-ой-ой. Давай мы патроны выложим, на самом деле. Вот так нормально тебе будет. Три выстрела и один заряжен. Тебе должно хватить, леди Арибет. А ракету еще бы потянула, но ракету не тянешь. А дымовуху хотя бы. Дымовуха, ну тебе не надо этим заниматься. Вот так пойдешь, леди Арибет. Отстреливаешь ракету, если нужно. А потом переходишь на маленькую установку. Ментального зонда нету. Вот это плохо. Инженер Матвик, магазин попрошу выложить. Приготовить сканер движения за пояс. Приготовить сенсорную. Приготовить дымовую гранату. Приготовить еще одну дымовую гранату. Приготовить осветитель. Приготовить еще целый набор сенсорных гранат. Матвик, большая многозадачность будет. Возлагаем надежду на тебя. Мария, медик с осветителями. Нет, тебе не нужно. Кстати, медик может подбросить хэви вот эти патроны. Вот эти патроны. Все, и магазин, ну, поскольку ты медик-штурмовик, то да, придется. Пашка Ролл, инженер, еще один. Магазин сюда, это, да, будешь бросать ребятам. Сенсорный гранат побольше, Паша. И давай ты возьмешь осветители. Кто-то может еще себе снайпер-медик Мария здесь так. Давай еще сенсор можешь нести, хорошо. Димка Кудрявцев, гренадер заряжен по полной. Давай еще возьмешь патроны.
И поскольку ты метаешь хорошо, тебе надо побольше магазинов дать. Побольше магазинов, будешь обеспечивать, будешь гренадер-саппорт. И попробует снайпер, возьмет себе тоже магазин дополнительный. Угу. Сенсорную дымовую, вот как-то так. За пояс вот это сюда давай. Давай на плечо попробует. Одна сенсорная остается. Джайна Прайдмор, все готово. Сканер движения у гренадера. Вот второму инженеру попрошу передать, а ты, гренадер, возьмешь себе гранату. На самом деле, второй инженер. Матвик, есть сканер движения? Есть. И Паша Ролл, сканер движения есть. Перегружен уже. Эту, вот эту оперативную задачу перекинь кому-то. Медикам, наверное, да, чтобы мы не путались. Чтобы у каждого медика был хотя бы снаряд. Снаряд вот из этого выстрела. Хорошо, окей, понеслась. Ой, в снегах, по тундре, по железной дороге. Огромный корабль, да, сразу. Танк должен вылетать. Чем хороша тундра, что сильно они тут не пробегут. Мы тут можем заминировать местность. Плазменный ховертанк вылетает, осматривает тарелку. Угу. Опять саплай, опять продолговатый. Опять продолговатый. Разворачивается. Здесь тундра, здесь край карты. По сути, нам везет. По сути, нам везет. Надеюсь, крисолидов не будет. Сюда развернуться. Взлететь наверх, на верхний этаж, на самый. Осмотреть вообще все. Мы вообще на краю карты. Вот на саплай нам везет. Здесь что? Здесь все чисто, говорит плазменный ховертанк. Мы можем еще пройти к этой тарелке? Можем. Опять трехэтажная тарелка. Снейкманы будут выходить, бросать гранаты. Крисолиды. На саплай не должно быть крисолидов. Этаж ниже, занять место вот здесь, на крыле. Развернуться. А вот на боевом должны были быть крисолиды, да? Видимость плохая, говорит танк. Туман, очевидно. Туман, очевидно. Ничего страшного, сейчас мы совсем разберемся. Не спешим вообще никуда. Юрчик. Юрчик у нас инженер, да? Юрчик гренадер. Сводит гранату дымовую, создает дымовую завесу на первый ход. Джайна Прайдмор делает два шага вперед, здесь приседает. Петрович снайпер делает два шага вперед. Матвик инженер, без бронекостюма. Смотри, какой смелый. Тоже два шага вперед. Паша Ролл, два шага вперед. Здесь медик, здесь снайпер-медик. Медик сюда, в первую группу. Формируем уже сразу. Второй медик сюда, со светителем. Осветитель спрятать не понадобится. Хэви где? Хэви здесь где-то, ребят. Без этого. Маброид присесть. И Димка Кудрявцев. Второй гренадер. Вот эта ошибка, надо было поближе. Поближе. Все хорошо. Здесь Блюзброгер гренадер тоже два шага вперед. Все остальные подходят. А Рибет сразу выходит на позицию с ракетометом. Оперативная задача занять в холм и здесь все осмотреть. Бросать ли туда сенсоры, непонятно. Нужно определиться, где вход. Вход вот здесь. Можем заминировать вот этот вход и пытаться пройти на второй. Но это мы сейчас посмотрим. Сейчас будем играть от танка, от разведки. Открываются двери, куча перемещений. Надеюсь, что Иллирий есть тут на снабжении. Надеюсь, что есть Иллирий. Первый вопрос к танку. Танк делает дальнюю разведку. Он вынужден это делать. Только он делает это аккуратно. Танк может, если что, залететь на сам корабль. Залететь на сам корабль и на нем спрятаться. Танк делает дальнюю разведку, разворачивается сюда. Можешь залететь на корабль? Можешь, вполне себе. Летит, видит противника. Это Снейкман. Этого снимет снайпер наш сейчас. Этого снимет снайпер. Начинаем развертывание. Джайна выходит, проверяет тылы. Тылы чисты, говорит Джайна. Могут ли они отсюда пойти? Здесь потихоньку могут, да, где-то здесь могут спрятаться и это, и здесь могут идти. Джайна видит вход уже, разворачивается сюда. Сразу дает на подавление. Это что такое? Это какие-то эти. Джайна сразу дает на подавление, даже не приседает. Нет линии огня. Почему? Потому что надо шаг сюда сделать, да? Джайна делает шаг сюда за укрытие, за рампу. Разворачивается и все-таки дает на подавление. Дает на подавление, попадает в бочину к противнику. Здесь не должно быть много солдат, здесь должно быть побольше инженеров их. Мы практически видим второй вход и видим, что можно к нему идти. Значит, первый можно спокойно минировать. Но минировать каким образом? Минировать под прикрытием. То есть Джайна здесь присаживается и сидит. Следующий оперативник, Блюзбро, Юрчик, приготовить сенсорную гранату. 51 очко действия. Шаг сюда. Шаг сюда. 43 очко действия. Взвести. 27 плюс 13, это у нас 40 ровно будет.
успеваешь развернуться, посчитал это? Или, Юрчик, ты можешь так сделать? Давай, активируй. Остается 16 очков действия. И совершай бросок. Вот сюда. Чик, сразу вход минируется, Юрчик промахивается. Почему? Потому что он Рокки. Он еще не готовый оперативник. Ну, не прокачанный. Вот почему он промахивается. Танк продолжает лететь, видит еще противника. Угу. Возле, кстати, второго входа вышел. Плазменный хавертанк, не спеши. Плохо заминировали, придется идти по низу. А тут мы не пройдем. Тут мы не пройдем. Почему? Потому что... Да, потому что здесь тундра, железная дорога. Мы сможем заходить только в этот вход. Ну ладно, тоже неплохо. Значит, если они полезут со второго входа, первый сенсор бросим сюда. Ну, еще один сенсор бросим сюда, заминируем этот вход более основательно. Этот будет здесь лежать. Только нам надо бочком кто-то будет заходить. И, значит, наша оперативная задача проверить здесь, чтобы все было чисто. И заходить здесь. На втором этаже, опять-таки, могут быть двери какие-то. И танк это проверит. Но подожди, сейчас танк проверяет. Сейчас мы должны снять, во-первых, противников, которые есть у нас. Кто дальше? Арибец с ракетометом, подожди, не спеши. Снайпер Петрович выходит на позицию. Причем снайпер Петрович выходит как-то вот так, чтоб под гранату мы не встали. Разворачивается, 25 очков действия. И вынужден стрелять тоже на подавление. Промахивается. Опять промахивается. И третий выстрел, очевидно, что тоже. 6 очков действия, Петрович приседает. Я не хочу выводить много оперативников, чтоб под гранату не встали. Танк тоже может промахнуться. Танк оставляем как резерв. Ребят может выйти туда ракету засандалить. Ребят может выйти и обезвредить вот этот сенсор, но я не хочу этого делать. Ребят может выйти и засандалить действительно ракету в надежде, что этот паренек вышел-то не один. Угу. И что там их много. То есть ракету послать куда-то вот сюда. Наспех. Там он был один. Ребят отстрелял ракету. Нужно ли нам зажигательное здесь бросать, чтобы растопить лед? Ребят, наверное, нет. Нужно вот этот ствол сюда, а вот этот сюда. Следующий ход. И ребят будет заниматься чисто захватом. Как захватить командира? Нужно ментальным зондом определить, что это действительно командир. Угу. Поскольку ментального зонда нет, то будем определять другими способами. Матрик сюда на изготовку. Угу. Остальное развертывание будем производить в тот момент, когда все остальные разбегутся, чтобы избегать гранаты. Как-то так я думаю. Но остальные готовятся. Медик готовится и гренадер тоже готовится. Причем гренадера второго попрошу побыстрее вывести. Побыстрее вывести. Матвик, 44 очка действия, приготовить сенсорную гранату. Здесь Димка Кудрявцев приготовит сразу сенсорную гранату. 37 очков действия. Мало как для гренадера. Очень, очень мало. Нужно сразу взводить. А если вас убьют? Рисковать не нужно таким способом. Когда выйдете, тогда взведете. Мы не спешим. Прикрытие есть, танк летит сюда. Стоп. Развернуться, показать. Здесь взрыв был, здесь все в дыму. Вот это не есть хорошо. Этими ракетометами надо аккуратнее пользоваться. Танк взлетает еще на второй этаж, проверяет дырку в тарелке, не видит ее и летит под прикрытие тарелки. И мы делаем ход. И танк попрошу показать сюда, куда ты здесь не видишь сильно далеко. Хорошо. Ух, операция Вальдемар. Так, сегодня нас, кстати, будут отвлекать, потому что сосед должен это убирать балкон после своего ремонта невероятного. Так, хорошо. Танк развернуться. Здесь проверить, никто ли не вышел. Ну, кажись, никто не... Почему здесь входа нету? Попрошу показать, потому что это второй этаж. Здесь нету входа, друзья? Вход только один. Здесь нету входа? Интересно очень. А, это второй этаж просто. Просто это второй этаж. Угу. Только этого мало. Танк должен на самом деле проверять тылы. И он видит действие сразу противника с хэви-плазмой. Сразу противника с хэви-плазмой. Мы должны отталкиваться от вот этого северного края, потому что чтобы они нам тут в спину не заходили. Потому что, очевидно, мы заходить будем вот здесь. Что угу. делать? Надо давать на подавление туда на самом деле. Леди Арибет.
Ваша оперативная задача сделать так, этот ствол вот так и приготовить. Просто приготовиться. Просто приготовиться. Развернуться, присесть. Здесь сидеть. Здесь у нас есть Джайна Прайдмор. Здесь есть Близбро и есть Снайпер Петрович. Давайте, пусть Джайна даст туда на подавление. Сможет ли она попасть? Вот это вопрос. Много очков действия. Должна стрелять. Джайна промахивается. Джайне тяжело попасть на таком расстоянии. Угу. Вот Петрович будет стрелять. Да, Джайна тратит 3 очереди, не хватает очков действия. Ну давай наспех туда, 44%. Чик, наспех тоже не попадаешь. Хорошо, допустим. Джайна отстрелялась, хотя в этот ход она должна была уже перебежками двигаться. Юрчик, приготовить следующую дымовую завесу или минировать вход. Плохо бросаешь следующую дымовую завесу. Приготовить, активировать на нулевой. Так, пойдем, пойдем вот так. Приготовить дымовую завесу вот сюда. Создать дым и продвигаться уже начинать. Угу. Петрович выходит из-за колеса, разворачивается, садится на одно колено. 35 очков действия. Петрович, давать очередь или давать наспех? Наспех 50 на 50, 16 очков действия. А сколько у тебя всего? 35. На 2 наспеха не хватит. Лучше дай очередь. Петрович стреляет, но попадает по воде. Кругом вода, говорит Петрович. На наспех уже не хватает. Не, хватает 16. Ну давай 50 на 50. Петрович. Петрович промахивается. Так, следующий оперативник. Ребят, сидишь тут просто. Что у нас здесь? Снайпер, медик, рыба. Выходит. Выходит на вот эту позицию. Опять становимся под гранату, говорит рыба. Садится на одно колено. 27 очков действия. Точность как? 39-58 наспех. Ну давай тоже очередь. Через всю карту. Ну уже ближе. Ну вот этого никак не можем взять. Рыба тоже промахивается. Рыба, центр на рыбе. Еще шаг вперед можешь сделать? Нет. Здесь походили, здесь Петрович походил. Ну пусть может танк стрелять, я даже не знаю. Потому что у Матвика другая оперативная задача. Матвик идет вот сюда, подальше от гранаты. И даже вот сюда куда-то. Перебежкой передвигается Матвик. Матвик будет минировать вместе с вторым гренадером вот этот вход. Вот этот вход. Вообще там все будет минировать. Поэтому Матвика и второго гренадера, это, кажись, Димка Кудрявцев, да? И Димка Кудрявцев уже не Рокки, кстати. Димка Кудрявцев, граната не разведена, правда. 43 очка действия. 28-14. Это у нас сколько? Это у нас 32, а у тебя 43. 40, можешь не добросить. Ну давай, ладно, активируй и бросай. Ну можешь не добросить. Бросай вот сюда. Ну вот это бросок чемпиона просто, я считаю. Но опять-таки плохо сделали, что встали под гранату. Арибет, 2 шага вперед. Подставляем Арибет. Мы разбежали здесь. Танк должен стрелять, наверное, да? Потому что Паша Ролл инженер, угу. И Мария медик остались. Снайперов больше нету. Мария, в принципе, может пострелять прямо из корабля. Здесь присесть, например, и с возвышения дать туда очередь. Ну давай. С возвышения Мария попадает. Ничего себе. Медик, штурмовик попадает. Отличный выстрел. Угу. Пора рисовать звездочки. Хорошо. Но более не высовывается. И Пашку инженера нужно, наверное, Пашке тоже приготовить гранату следующую. Или нет, или уже давай сканер движения уже. Давай, во-первых, проверь, это все наши, чтобы здесь кто-то не заныкался. Потому что даже они же могут, смотрите, они могут даже за вот этой штукой спрятаться. Мы их не увидим, а они на следующий ход выходят и начинают невероятную пальбу. Паша, пойдешь сюда. Вот сюда. Да, под гранату конкретнейшую встали, но здесь не должно быть противников. Здесь сенсор лежит, если они выйдут. Ну, не знаю, надо танк на самом деле подставлять. Надо подставлять танку. Танка 69 очков действия, он продолжает лететь вперед. Угу. А у них же тут инженеры, они ой-ой-ой, дай боже, будут метать гранаты. Танк показать здесь, ну, вроде бы не должно их быть. Это край карты тоже. Сюда развернуться, видят еще противника с хэви-плазмой. Ну, это твой выстрел теперь. Потому что наши его не достанут. Готов.
молодой человек, да, и танк должен срочно разворачиваться и лететь сюда. Делаем ход, ждем. Взрывается второй дым. Скрытые перемещения. Угу. Еще достаточно много. А глоточек кофе себе позволю. Так. Так, хорошо. Допустим, мы тылы очистили. Танк летит. 66 очков действия мало. Этого мало. Я экспивала София Ротару. Опуститься на этаж ниже, еще на этаж ниже, еще на этаж ниже. Держать вход просто. Просто держать вход. Двери открывались. Давайте сейчас. Сейчас аккуратно действовать. Гренадер плюс бром. Приготовить вот эту сенсорную. 51 очку действия. Но ты отсюда не набросишь. Потому что ты Рокки, да? Сюда перебежку. Всем уже резерв начинаем делать. Пока что держать вот этот вход на резерве. Активируй. Активируй, ничего ты держать не будешь. А ребят надо, нельзя так вперед посылать. Вперед должен идти штурмовик Джайна Прайдмор. Вот сюда она идет, и она уже конкретно держит вход. Конкретно держит вход. Хэви давай вот сюда отведем. Сюда разворот, присесть. Юрчик в следующий ход будет минировать. Хорошо. Вторая группа. Матвик, инженер. Поскольку без бронекостюма, да. Давай свой сенсор активируй. Сколько тебе стоит на бросок? 30 у тебя есть очков действия. Сюда, допустим, 20 ты бежишь. Матвик, сила как? Сила 33, точность броска 78. Хочу, Матвик, чтобы ты где-то здесь еще бросил сенсор. Куда-то сюда. Вот куда-то через всю карту. Не могу. Мне зоны поражения. Матвик, силы все-таки не хватает. Каши ел мало. Достаточно мало. Ну давай сюда. Тут прикроем. Тут прикроем. Вдруг они здесь засели. Потому что это, конечно, край карты. Но опять-таки могут заседать. Могут заседать. Но у Матвика еще есть сенсоры. Он этим займется. Далее. Рыба-снайпер-медик уже в звании. Это сержант наш, да? Сержант. Сидит здесь. Разворачивается, держит вход, тоже приседает. Угу. Следующий оперативник. Димка Кудрявцев, гренадер. Димка Кудрявцев в серьезном звании, уже может даже отсюда минировать, да? Все то, что нам нужно. Димка, бросок один произвел, активируешь гранату и бросаешь вот сюда куда-то. Через всю карту уже метает. Вот это оперативник. Все, здесь, например, застраховались. И Димка, пойдешь в корабль, потому что в корабле мы тоже будем минировать. С оперативной группой пойдешь. Оперативная группа. Джайна Прайдмор, штурмовик, Дима Кудрявцев и Арибет Хэви на захват пришельцев. Снайпер, медик, рыба. Первая группа. Вам нужен инженер и медик еще. Снайпер, медик есть у вас. Инженер кто будет? Инженер ваш будет... А где наш второй инженер? Попрошу показать. Что-то я потерялся. А второй инженер вышел, это ж Паша, да? Да, Паша Роу. Второй, вот ваш инженер оперативной группы номер один. Заходим с двух боков. Паша Роу, сразу перебежку сюда. Марш-бросок совершаю сюда, развернуться. Оперативная группа готова к штурму. Петрович, сюда засесть и держать входы. Причем Петрович должен держать второй вход. Второй вход, хотя нет, тут если выйдет, то будет взрыв. Петрович, держать первый вход, никуда не спешим, ждем. Сейчас главное занять тарелку. Занять тарелку, там разобьемся на две группы. В принципе, все должны занимать первый вход. Хорошо, сохранение игры, все прошло как по учебнику. Матвик, второй инженер, пойдет на подхват. Так, а первый инженер у нас еще очень далеко. Еще очень далеко. Блюзброс, граната у тебя взведена, да? Хорошо, Юрчик. Давай соверши еще бросок. На всякий случай вот сюда. Почему? Потому что вот, например, вышел, взорвалась. Угу. А если он продвинется еще, то еще вот это взорвется. Хотя, возможно, взрывной волной обе заденет, но мы страхуемся просто. Танк еще раз проверяет, что там. Там вроде бы чисто. И танк держит вход. Танк летит на сам вход. Проверяет, можно ли здесь пройти. И все, и держит вход, чтобы тут вообще никто не вышел. Начинаем штурм. Джайна Прайдмор. 37 очков действия сюда. Перебежкой. И сюда за стенку. 13 очков действия. Быстрые перебежки. Марш-бросок настоящий. Зарезервировано наспех. Развернуться.
Тебе ничего не резервируем, ты сразу сюда бежишь. Сюда развернулась, присела, вне опасности. Хэви сидит. Снайпер-медик рыба на вот эту позицию. Развернуться сюда, здесь присесть и держать вот все-таки вот эти проходы, потому что здесь может кто-то вылезти. Кто-то вылезти. Даже знаешь, даже вот сюда. Вот сюда развернуться, присесть. Ой-ой-ой, очки действия сильно потратил тебе, но ничего страшного. Далее, медик, это вторая группа. Медик сюда, Мария. Это группа номер два. Группа медленного реагирования. Паша Ролл должен заходить, гренадер должен тоже заходить. Стоп. Резервируем здесь уже. Здесь уже резервы. Почему? Потому что Юрчик в опасной близости ко вторым дверям. Тебя могут увидеть. Здесь присесть успеешь или нет? Тебе 16 стоит. Нет. Не успеваешь. Пашка Ролл пошел сюда. Юрчик тебя прикрывает. Пашка Ролл сюда. И опять-таки сюда развернуться. Сюда развернуться. Успеваешь, хорошо. И Петрович снайпер, да? Петрович, занять вот эту позицию. Петрович, развернуться сюда, держать вот эти фланги. Фланги, здесь присесть. Здесь присесть. Что еще осталось? Мария походила, Матвик. Матвик второй инженер, тоже должен уже приближаться. Можем Матвика сюда перебросить. Матвик без бронекостюма. Все равно стоим под гранату, говорит Матвик. Командир, то и небезпечно, то и трохи небезпечно. Матвик, тебе не надо ничего резервировать, ты бежишь вперед. Потому что не можно спорить с командиром. Правда, Матвик? Хорошо. Кто здесь еще? Здесь Хэви, а Димка Кудрявцев еще должен тоже идти. Димка, знаешь, что оперативная задача какая будет? Метаешь на всю карту, давай, взводи гранату, активируй и совершай бросок. Чисто перестраховаться, вот сюда в эти дюны. Оп! Невероятный бросок. Вот это оперативник очень ценный, его даже можно на пси-подготовку сделать, потому что псионики будут не только псионикой заниматься, они должны многозадачность иметь. То есть они должны и гранаты метать, и с винтовок стрелять. Открываются двери. Ну, очевидно, внутри тарелки. Сейчас подведем инженера, увидим перемещение и сможем заходить. Сможем заходить. Хорошо. Танк двери открыть не может. Первый идет инженер. 17 очков действия. Подходит сюда. Соплю, друзья, прошу прощения, но ничего не могу поделать с этим. В тарелке уже два перемещения, докладывает Паша Ролл и присаживается. Хорошо. Пока оперативную группу не подведем, никакой речи о входе не быть не может. Гренадер Блюзбро подходит сюда. Зарезервирован. Тебе ничего не надо резервировать. Ты должен подойти сюда, и ты будешь влетать. Сюда подводить оперативника опасно, потому что сенсор стоит. То есть мы танк подвинем, одного-двоих заведем, и остальные тоже зайдут. Второй инженер, Матвик, ты будешь давать информацию с этого края. И пока что останешься на воле, так сказать, наружу. Здесь присесть и приготовить сканер движения. Хорошо. Снайпер, рыба, сюда держать все-таки позицию эту. На захват пришельцев приготовить хэви. Арибет будет заниматься захватом исключительным. Арибет развернуться сюда. И кто здесь еще? Димка Кудрявцев, серьезный оперативник, может метать на всю карту. Поэтому останется, наверное, Димка. Димка останется здесь. Все-таки здесь. Димка, давай сюда за колесо. Если будут какие-то движения по сенсорам, у тебя есть еще сенсоры? У тебя есть еще один сенсор? Его сюда сразу. И кто здесь? Здесь Мария, медик. Мария, перекинь Димке свой сенсор, чтобы у него был еще один. На всякий случай. Ну, видите, как Мария бросает и как бросает Дима. Две разные вещи. Медик пошел. Медик пошел тоже на штурм, потому что медик должен быть на передовой вместе с парнями. Петрович здесь держит все. Петрович, две перебежки сюда. И держать. Петрович единственный, кто держит вот этот вход. Петрович будет снайпера заходит последними. Делаем ход, ждем. Скрытые перемещения. Напряженный момент. Сейчас надо влетать туда. Очков действия у нас мало. Очков действия у нас мало. Матвик, дать информацию. Внутри трое противников. И на изготовку трое оперативников, да? Танк взлететь. Почему не можешь взлететь? А, потому что тебе надо отойти, чтобы ты взлетел. Вот так.
Здесь же второй этаж. Гренадер. Открыть дверь. Обнаружить противника. Противник не обнаружен. Зайти, проверить так, чисто. Занять вот этот угол. Держать его. Инженер, подожди. Штурмовика сюда. Вот этот угол держать. Присесть успешно. На очередь сколько? 21. А присесть не успеешь. Держать угол. Инженер, подожди. Хэви сюда. Ребят. Вот так. Здесь Мария Медик пошла тоже. Надо перебежками уже двигаться. Ой-ой-ой, надо быстрее. Надо быстрее. Стой, стой, стой. Не-не-не. Бежишь, бежишь. Надо быстрее двигаться. И ролл инженер. Ну, мусишь просто. Просто мусишь входить. 14. Мало очков действия. Давай вот так войдешь на вход. Сюда ты сможешь выстрелить? Ты лучше давай сюда смотри, Паша. Опасно, делаем ход. Ворвались. Остальных не подвел. Шу-шу-шу. Но снайпера пусть сидят на позициях, мы их успеем подвести. Так. Матвик, дать информацию номер один. 4 перемещения там вот так. Паша Ролл, дать информацию номер два. 4 перемещения еще. Ну, пятое. Возможно, второй этаж просто. Джайна, перебежка сюда. Проверить здесь все чисто. Сюда занять позицию. Блюзбро, гренадер. Приготовить сенсорную гранату. Да, ничего не взрываем, да-да-да. Но нужно перестраховаться. Сенсорную гранату сюда. И больше очков действия нету. Паша сюда. Вот почему нужны пистолеты, чтобы у тебя точность не падала. Паша вот сюда. Развернуться. 13 очков действия. Успеешь хоть выстрелить? 15, не успеешь. Давай сюда. Мария Медик, сюда сколько? 21 очко действия. Давай резерв. Давай вот так 29 и прикроешь вход. Прикроешь вот этот вход. Сюда развернуться. Хэви сюда. Ребят, да Тильмаран тоже прикрыть вход. Командир должен быть их на верхнем этаже. Но я не знаю, нужен ли, наверное, любой командир. Снайпер Петрович отработал этот... А, вот сюда у нас сенсор прилетел. Почему он показан за тарелкой, непонятно. Петрович, перебежка сюда в следующий ход. Входить. Петрович, перебежка полная. Попрошу произвести. Да, и... Хватит ли нам вот этой группы? Раз, два, три. Хватит, наверное. Матвик будет давать информацию отсюда? Или не хватит? Давай второго снайпера, медика тоже, потому что медиков нужно двое. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Кто-то трое пойдут. Кто-то ребята какие-то пойдут трое. Дима, подобрать сенсор сразу сюда. За колесо сюда встать, приготовиться. Развернуться, присесть. Далее, следующий. Больше оперативников нету у нас. То есть остается Матвик здесь. Один. Бдить под прикрытием танка. Матвик, шаг сюда. И присесть. То есть танк будет летать, Матвик может бегать за танком и подсвечивать вокруг тарелки. Видим лифт сразу. Хорошо. Что делать с танком? В следующий ход, когда все оперативники зайдут, танк вернется на исходную, наверное, пока что. Вот уже передвижением были. Были передвижения. Матвик, дать информацию, во-первых. Один прямо впереди. То есть прямо вот здесь. Очевидно, на втором этаже, где-то здесь. Или даже на третьем. Ой, остальных не посмотрел. Остальные на 4 клеточки и вот так. То есть 4 клеточки. Раз, два, три, четыре. Вот здесь могут быть. Ну что, начинаем. Джайна. Джайна, Ролл и Мария. Тут Джайна должна на самом деле вот эти двери брать. Ролл. Придется стрелять. Придется стрелять. Но поскольку тут было движение, его надо брать. Джайна, развернуться сюда, не видишь противника. Шаг вперед. Развернуться сюда, видишь, в спину ему наспех. На-ка, получи-ка. За угол спрятаться. Развернуться сюда, лицом встречать угрозу. Паша Ролл, инженер, вынужден сюда заходить. Эллерий разбит, говорит Паша. Надежды нет. Куча трупов тут лежит, да? Паша Ролл, минировать ли вторую дверь? Подожди, минировать. У нас вот здесь коридор заминирован. Пошурил сюда в угол. И в следующий ход приготовить. В этот ход смог. Молодец. Развернуться.
Мария, медик сюда? Сразу. Медикам тоже, наверное, надо пистолеты давать плазменные. Арибет сюда. Арибет должна совершить один выстрел невероятный. Юрчик, есть у тебя что еще? У тебя больше ничего нету, у тебя есть только магазин. Магазин давай сюда, на левую ногу. Юрчик, отвечаешь за этот вход пока что, за этот коридор. Здесь прикрываешь, снайпера входят. Входят снайпера. Господа снайпера, да? Смогут тут пройти, чтобы взять вот этот вход? Смогут, наверное, но мы... Нельзя влетать, говорит Петрович, сразу на второй этаж, не зачистив первый. Поэтому тут наша группа должна делиться оперативно. Петрович, проверить, тут дырка есть, говорит Петрович. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Рыба сюда. Рыба сюда развернуться. Так, хорошо. Ну, тарелку заняли, допустим. Матвик сидит, слушает CD, да? Дима Кудрявцев здесь готов. Боброид еще есть снайпер, совсем забыл об тебе. Слушай, я додумаю, что так мало оперативников. Боброид, тренироваться в перебежках, потому что хоть капитан, но это, чтобы размять кости. Угу. Значит, Дима Кудрявцева тоже можно подводить. Гренадера второго. Нужно ли это или нет? Пусть он все-таки здесь будет. Пока что это не такая уж и необходимость. Что делает танк? Танк опять взлетает наверх, летит куда-то сюда. Летит куда-то сюда. И для очистки совести проверит все злачные места. И будет искать этот ихний отсек для снабжения. Помните, на прошлом корабле снабжения был выход двойной. Наверное, это как раз выход, грузовой лифт, грузовой отсек, чтобы снабжение могло переносить эти припасы ихние. Сенсор взрывается, погибает. Вот зачем Дима Кудрявцев здесь сидит. Потому что, видите, только танк отлетел, какие хитрые противники. Здесь все чисто. Танк должен возвращаться на исходную незамедлительно. Только отлетел танк от дверей, и тут же вышел Снейкман. Тут же просто вышел. На исходную, два этажа ниже, развернуться. Чисто. Угу. Взорвалось два сенсора. Дима Кудрявцев. Оперативная задача — активировать гранату и совершить невероятный бросок. Опять на вход, да? Опять невероятный бросок. Вот это оперативник. А точность? Сколько у тебя точность? 86 точность броска. Кстати, начинает глотать дым. И сила 41. Хорошо, здесь. Матвик дает предварительную информацию. Говорит, куча перемещений, командир. На верхнем этаже мало перемещений. И опять-таки здесь. Паша Ролл, подтвердить. И в окружении, говорит Паша Ролл, страшно. Но в окружении каким образом? На втором этаже они все. Здесь, Петрович, проверить второй этаж. Петрович в опасном положении тоже. Петрович, шаг сюда. Проверить второй этаж. Петрович говорит, вроде бы чисто. Ты знаешь, Петрович, шаг сюда еще. Держать второй этаж. Оперативная задача. Петрович, я как-то вот сюда надо подвести, чтобы ты его держал на самом деле. Вот так. Вот да, как-то так, Петрович. Сиди здесь. Здесь все понятно. Здесь надо штурмовать уже начинать. Джайна Прайдмур должна входить на второй этаж. Видит противника. Ничего себе, сказала я себе, говорит Джайна Праудмур. Уничтожить противника. Готов. Готов, молодой змей, да? Джайна отходит на два шага. Марию медика подожди подводить. Арибет, может Арибет туда завести и первый выстрел произвести из этой пушки? Арибет, рыба говорит, Арибет, смотри, чтоб ты это по своим не засадила из этой пушки, потому что тоже можем сознание потерять. И под гранату попрошу не вставать. Рыба идет вперед, снайпер-медик. У тебя есть сенсорных еще. И как раз будешь вот в паре работать, потому что снайпер-медик и Мария. Три медички у нас. Три медика. У Марии тоже есть этот патрон. Угу, хорошо. Здесь все вроде бы чисто. Тут надо уже прикрывать Петровича на самом деле. Оперативная задача Юрчика будет ворваться сюда, прикрыть Петровича и, не знаю, минировать вот этот вход. Там, возможно, стоит заминировать, уже нету здесь гранаты, кстати. Петрович, у тебя есть сенсорная? Есть. Перебрось ее. Юрчику говорит, молодой,
А вы оба молодые, потому что не могу привыкнуть, что Петрович не в звании. Юрчик берет гранату, следующий ход заминирует вот этот вход просто. Иллирий здесь взорвался, так что нам нет смысла экономить. Гранаты здесь можно взрывать. Делаем ход, ждем. Паника пошла. Это не паника, это Петровича убили. Никакая это не паника. Угу. Юрчик через дырку причем. Взвести гранату, заминировать вход. Никакая не паника, говорит Юрчик. Не могу бросить сюда. Почему? Потому что стенки тебе мешают. А вот это мы и опростоволосились, так сказать. Сюда бросаешь, Юрчик, подходишь сюда. Очков действия нету. Отсюда надо уходить. Паша Ролл дать информацию. На втором этаже противники. Джайна должна влетать и мстить за Петровича. Видит противника. Наспех по нему попрошу. Я ничего не вижу абсолютно. Этот готов. Джайна, надо влетать. 31 очко действия, влетаешь. Развернулась, видишь двери. Две двери, 17 очков действия. Сколько она выстрелила? 18. Ой-ой-ой, Джайна в незавидном положении. Спрятаться здесь, присесть. Потеряли Петровича. Снайпер второй будет мстить. Рыба будет мстить за Петровича. Взлететь наверх. Шаг сюда, открыть дверь. Никого не видно. Реакция как? Реакция 52. Вот так себе. Зайти сюда, развернуться. Угу. Рибет опасно с этой пушкой посылать сюда на самом деле. Почему? Потому что Рибет как засандалит. Медика сразу наверх. Медик наверх поднимается. Вот эту дверь проверить. Не успеешь уже. Ну иначе никак, не хватает у нас очков действия. Пашка Ролл, чтобы тут ситуация не повторилась, я думаю, возле этой дырки нужно оставить. Надо было эту гранату бросать вот здесь. Показать дырку, дырка вот здесь. Если они будут спрыгивать, десантироваться, то здесь... А возможно нельзя так делать, потому что возможно нам придется десантироваться. Мы заминируем просто здесь. То есть допустим, если он выпрыгнул и побежит сюда, он взорвется. Паша на поддержку. Стоп. Тут развернуться, и вот этот коридор не проверен до конца, здесь присесть. Угу. Дима Кудрявцев, возможно, придется тебе идти поближе к кораблю, поближе к Матвику. Побежал. И Матвику, возможно, тоже придется идти в корабль. Потому что уже оперативненько... Вот и перемещение. Там, где Паша Ролл, кстати. Матвик, показать перемещение незамедлительно. На север два перемещения. Где-то здесь они... Это верхний этаж. И здесь очень плохо, Паша, потому что ты можешь не попасть по нему. Может не быть линия огня. Вот так и есть. Паша, самолично возьмешь его? Взять супостата, очередь по нему дать. Нет линии огня, Паша, да что ж ты будешь делать? Ну шаг вперед давай, вот теперь видишь его. Перестрелка начинается. Паша, попади. Паша убил Арибет. Паша, что ты наделал? А это ихний инженер. Он стреляет по Паше из такой же маленькой установки, которая была вооружена Арибет. Паша. Паша его убивает, но Паша, раз ты так и вытворил, то придется тебе заняться теперь тем, чем занималась Арибет. Или Юрчик этим займется. Юрчик, вес нормальный, да. Мораль просела, потому что я не заметил Арибет и этого Арибет де Тильмаран. Юрчик, берешь ее ствол и будешь заниматься теперь... Будешь захватом заниматься пришельцев. Это выброси, все, забудь об этом. Сиди здесь. Так, здесь были движения. Кто будет действовать? Джайна здесь присела. Рыба. Выходит, развернулась сюда, куча комнат. Говорит, рыба, опасно, страшно. Развернуться сюда, чисто. 21 очко действия, засесть здесь. Мария, медик. Медики штурмуют. Медики тоже штурмуют, видите как? Несем потери. Сюда добежать сколько? 5? Не-не-не, на втором этаже могут быть. Подожди, не спеши вылазить сильно. Здесь перебежка как? Очень долго. Давай, а здесь ты упадешь. Давай вот сюда куда-то. Джайна, штурмовик пошел. Сюда развернуться чисто. Угу. 25 очков действия. В окружении здесь сейчас будем присесть. Паша Ролл застрелил Арибет де Тильмаран. Несем потери. Матвик говорит, что там відбувається, командир, попрошу мені сказати. Командир дает оперативную задачу второму инженеру.
незамедлительно это проникнуть в тарелку. Проникнуть в тарелку, и второму гренадеру тоже, судя по всему, придется проникать в тарелку. Заходите, ребята. Второй гренадер по гранатам, отлично, все, да. Танк, закрыть второй этаж. Закрыть вход за нами, как в фильме «Чужие». Забаррикадировать и держать вход, потому что больше держать вход некому. Командир на корабле связывается с оперативным штабом, говорит, тут это, предательство было, стрельба по своим. Поброит, говорит, что делать, командир, бежит сюда и бежит обратно. Поброит, не паниковать. Сидишь здесь на всякий случай. Угу. На всякий случай, чтобы мой корабль не потеряли. Все, скрытые перемещения. Что-то мы их не можем продавить, говорит Боброид. Хорошо, Матвик, даешь первую информацию. Прямо над Матвиком. То есть прямо вот здесь, может быть. Ребят, информацию поняла. Перебежку совершает, открывает дверь, говорит, Матвик, информация верна, но очевидно на следующем этаже, вот здесь он прямо, над Матвиком. Жайна, перебежка сюда, 24 очка действия, сюда развернуться и на наспех резервировать. Матвик, повторить невероятные эти, этот Жайна, и еще на клеточку сюда-сюда. Но опять-таки на третьем этаже все они. Мария здесь, подождите. Сейчас сюда надо заводить уже провинившегося, да? Пошаров. Пошаров, бросай. Ну ты инженер, я буду путаться просто. Блюзбро этим займется. Подбирает вот это, подбирает вот это. Нет, труп не надо подбирать. Вот это подбирает. И Юрчик, очки тебе не надо резервировать. Ты должен захватывать командира. Юрчик вылетает и готовится. Паша Ролл, что ж ты наделал? Ты со своей стороны, кстати, дай информацию, все вроде бы наше перемещение. Ну, Паша Ролл, будешь тогда проверять самостоятельно этот вход? Этот вход, да? Хорошо, остальные оперативники. Мария вынуждена штурмовать тоже здесь. Но очевидно, что остались только на втором этаже. 24 очка действия. Открыть дверь. Есть какие-то ихние штуки, говорит Мария, невероятные. Тут какие-то доследы они проводили. Спрячься здесь. В следующий ход пойдем на второй лифт, если это представляется возможным. Рыба-снайпер, проверить еще вот этот закоулок. Чисто, говорит. Перебежкой. Перебежкой сюда. Опасный момент вот здесь еще, кстати. Рыба развернуться или давай сразу же сюда перебежка. Не-не-не, не сможешь. Давай сюда в комнату забеги. Речка действия присесть. Далее, Димка Кудрявцев, гренадер. Что может, чем может помочь гренадер? Пока что только тем, что будет прикрывать, во-первых, Пашу, который застрелил своего тиммейта, да? И все. А Матвик идет сюда. И Матвик будет давать инфу пока что отсюда. Здесь сенсор идет, лежит. Сюда бы какой-то сенсор бросить страховочный. Делаем ход, ждем. Скрытых перемещений очень мало, говорит Матвик. Очевидно, это двое противников наверху и это командиры. То есть сейчас оперативная задача подводить во всю блюзбро. Или перебросить Пашу Ролла наверх, чтобы он давал более точную информацию. Паша Ролл, поскольку провинился, пойдешь вообще на передовую. Куда-то вот сюда, 19 очков действия. Дашь информацию. Не, они наверху, на третьем этаже. Паша, проверить, нет ли тут дырок. Вот тут дырок нету, тут какой-то компьютер их, ничего себе. Паша, шаг сюда. А еще здесь могут быть, кстати. А здесь у нас инфы нету. Поэтому снайпер, сержант идет вперед, строго вперед и идет проверять. Ну, такое ощущение, судя по перемещениям, что их только двое осталось. Рыба проверяет все, но прячется за этими, за колоннами. Здесь, Джайна, шаг вперед, еще шаг вперед, еще шаг вперед. Проверить вот здесь закоулок, чисто. Здесь еще закоулок, это все надо проверять. Здесь вроде бы чисто, хорошо, побежала сюда. Идем на лифт, план какой, заводим туда Юрчика. И Юрчик стреляет из этой пушки, мы захватываем командира. Угу. Денег сейчас будет много, потому что много привезли, все, много привезем. Мария, нужно еще вот эти двери проверить.
У нас, кстати, здесь нету инженера. Вот это мы опасно тут разбегались, говорит Мария. Кто не походил? Тут походили, тут походили. Внизу Димка Кудрявцев, здесь Матвик. Матвик, оперативная задача будет здесь оставаться, а Димка идет все-таки наверх. Все-таки наверх, чик. И давай куда-то сюда на подстраховку. Развернуться, присесть. Делаем ход, ждем. Так, очень мало скрытых перемещений. Начинаем с Матвика. Этаж ниже. Матвик, дайте информацию по передвижениям. Начали двигаться, но очевидно, что не на втором этаже они. Они именно на третьем этаже, потому что здесь мы все просматриваем. Паша Ролл побежал вперед, чтобы дать нам точную информацию, что у нас в южном секторе, так сказать. А здесь есть еще передвижение, говорит Паша. Будьте начеку, противник близко. Я хотел танк завести в эти двери. На самом деле, этот ихний отсек. Мария, развернуться, открыть дверь чисто. Угу. Найти лифт незамедлительно. Оперативная задача. Рыба сюда. Развернуться сюда. Где лифт? Попрошу показать. А лифт, очевидно-то, на первом этаже, да? То есть придется сюда сейчас десантироваться, и лифт где-то здесь, на второй этаж. Угу. Да-да-да, так же было. Ну хорошо, готовим десант. Что у нас здесь, простите? А здесь нету входа, кстати, на этот раз. На этот раз нету входа. Хорошо. Десант совершать. Десант надо совершать таким образом, чтобы было прикрытие. Мария пошла. Сюда держать эти двери. На приседание не хватает, потому что очередь у тебя 18. Просто держать эти двери. Штурмовик Джайна. 61 очко действия уже. Вот сюда бежишь. Эти двери держать с этого боку. 24 очка действия. Только наспех. Только наспех. Ты присядь. Тебе должно хватить на наспех. Рыба в следующий ход. Блюзбро. С этой пушкой прямо сюда смотреть. Даже если по нашим заряде, что он должен вырубить. Присесть. Угу. Далее. Паша Ролл должен... стремительно должен или нет? Не, Паша Ролл должен на самом деле занять вот здесь позицию в этих дверях и просто отсюда давать информацию. Инженер не обязан бежать строго вперед, потому что инженер видит все на нескольких этажах. Здесь зарезервировано, пусть будет. Окей, делаем ход, ждем, смотрим. Мало скрытых перемещений. Засели. Матвик, дать информацию с северного боку. Наверху один, второй перемещается, говорит Матвик. Паша, дать информацию отсюда. Из центра. Паша занимает центральную. Говорит на ист. Противник где-то находится. На ист. Может быть внизу, может быть наверху. Джайна Прайдмор, проверить это. Открыть дверь, развернуться. Проверить ист. Здесь сенсор у нас лежал. Здесь лежит сенсор. Здесь никого, говорит Джайна. Хорошо, Мария медик, 37 очков действия, медики уже работают. Шаг сюда, развернуться, чисто, следующий ход. Хэви с этим ракетометом, с этой маленькой установкой готовится. И здесь все у нас, в принципе, хорошо. Десант продолжается, вот эту дверь никак сюда не зайти, да? Проверь, Дима, это. Стоп, никак сюда не зайти. Хорошо, Дима тоже десантируется, на самом деле. Или оставить его на втором этаже, непонятно. Не, Дима десантируется и делает перебежку сюда, разворачивается, этот коридор будет держать. Боброид начинает волноваться уже. Боброид, делай невероятную разминку, чтобы ты не волновался. Очки действия у тебя наспех, тебе не надо резервировать. Ты пока что в безопасности в относительной. Командуешь операцией, да? Танк здесь, Матвик здесь, хорошо. Далее, кто еще был? Паша будет давать инфу, здесь понятно. Здесь рыба бежит тоже вперед на штурм. Чик. Вот куда-то вот сюда. 23 очка действия, 19 сюда развернуться. Делаем ход, ждем. Больше скрытых перемещений стало. Однозначно. Паша дает информацию со своей стороны на ист и на вест. Есть. Матвик, попрошу подтвердить. Прямо здесь, возможно, трое. Вот это то, что Паша показывал, и здесь еще один. Еще трое противников. Кто будет штурмовать? Вообще-то я бы у Юрчика уже посылал с этой пушкой. Юрчик, давай сюда.
Видишь кого-то там? Не видишь. Мария пошла вперед. Бесстрашно. Верхний этаж. Здесь нету двери. А, еще этаж выше, господи. Здесь двери. Так, Мария, 7 очков действия. Развернись хотя бы, не можешь. Марию прикрыть надо. Рыба, 55 очков действия, 29 сюда, не-не-не. Юрчик, 38 сюда, 26, не-не-не. Рыба пойдет. Это надо делать, 13 очков действия, развернуться сюда. Рыба, будешь бренным телом их брать. О, господи, сейчас же они могут зайти в эту комнату, да? Юрчик, вот сюда. 24. Сколько стоит стрельнуть из этой пушки? 22. Тихо-тихо. 22. Как раз если что выстрелишь на второй этаж. Здесь следует ли держать? Нет, Джайна должна идти вперед тоже штурмовать. 23 очка действия. Джайна, развернись сюда. 20. 18 наспех. Если что выстрелишь. Скрытые перемещения. Открываются двери какие-то. Вот это нехорошо. Это нехорошо, что двери открываются. Паша, немедленно развернуться в эту сторону и дать информацию. На ист и на вест. Там должны быть двери еще, правда, Матвик? Матвик, подтвердить. Да-да-да, прямо здесь. Ну что, начинается штурм третьего этажа. Причем начинает его рыба. Открывает дверь, заходит, разворачивается сюда-сюда, никого не видит. Здесь чисто. Вот эти двери могут быть. Мария, развернуться сюда. Сюда выбежать сколько? 28 очков действия. Выбегай. Сюда развернуться и сюда забегай. На нижнем этаже Джайна Прайдмор взлетает. Раз, взлетает. Два, сюда. 33 очка действия. Открыть дверь. Никого не видит. Развернуться. Одни двери, вторые двери. Держать эти двери. Так, и самый наш главный герой сегодня, это Юрчик. Шаг сюда, зайти сюда, сюда. Зайти вот сюда, развернуться сюда и наспех сюда на подавление, во-первых. Неизвестно, кто-то из них упал или нет, но Юрчик совершил на подавление. На всякий случай. Юрчик, оперативная задача перезарядить этот ствол. И Паша показывает движение на ист и на вест. Угу. То есть один вот здесь. Но Джайна должна проверять это. Но командир в рубке должен быть. Джайна заходит сюда, разворачивается без прикрытия, видит противника. 33 очка действия, дать ему очередь. Промахиваешься. 11 очков действия, убегай. Кто тебя может прикрыть? Юрчик, 44. Если сюда бомбанешь своих же в сон, да, бросишь. Ну, рыба должна прикрывать. Рыба сюда добегает? Нет. Рыба бежит сюда. Сюда. Здесь разворачивается. Резервируем на наспех. И на... хватит ли тебе, чтобы присесть? Хватит. Приседаешь. Если он сюда высунется. А он высунется. Так, Юрчик. Пора перемещаться вперед. Сколько стоит у тебя? 22 наспех. 28. И Мария идет сюда. Сейчас еще оперативников будем сюда заводить. Мария идет сюда, проверяя здесь все. Чисто и сюда за угол. Угу. Сейчас еще будем сюда оперативников заводить, потому что что-то страшно становится. Вот Димка Кудрявцев пойдет. Гренадер. Подстрахует, если что. Если что, просто подстрахует. Чик-чик, в следующий ход. Ждем, ничего больше сделать не можем. Перемещения были. Угу. А, и забыл проверить то, что хотел, господи. Паша, проверить перемещения, сколько их? Два перемещения. То есть наша ракета ничего не дала из маленькой установки выстрел, да? Матвик, проверить? Да, действительно. Действительно, это так. Если здесь главная комната, ее следует открыть, и Юрчик должен будет засандалить туда ракету. Засандалить туда ракету, и тогда операция будет выполнена. Здесь Джайна развернуться, шаг сюда, пробила двери, кстати, в тарелке. Видит опять противника. Джайна, может ему прикладом дашь? Никаких прикладов, Джайна, наспех застрелил. Этот готов сюда занять позицию. Рыба сюда.
Прикладом есть опасность бить, потому что они как среагируют. И это. Кстати, сколько удар прикладом? Точность 36, видите? Это надо постоянно бить прикладом, чтобы точность росла. Пока что сидим. Двери открылись или закрылись. Или закрылись. Паша Ролл, дать информацию. Сейчас уже кульминация операции будет. Вообще нет перемещений, говорит Паша. Очень странно. Неужели начали убегать в панике? Здесь не, спрятались в верхней комнате. Хорошо. Здесь все понято, что надо делать, да? Рыба бежит вперед, видит дверь и должна прикрывать на самом деле. Это если не получится совершить операцию. Джайна бежит вперед, прикрывает рыбу. Причем Джайна сюда, вот так. Или даже не, уже стрелять не успеешь. Ты сюда вот так. Здесь Мария идет вперед просто. Нам не хватает очков действия на это все, чтобы забежать это. Ну вот Юрчик бежит сюда, 25 очков действия. Ой-ой-ой, какой выстрел по Юрчику. Юрчик ранен, разворачивается, вид противника. Наспех сюда сандалишь. Отрубился, да? Мария, 21 очко действия. Незамедлительно взять медкомплект и Юрчика подлечить. В торс Юрчику пробили, лечить раз и второй в следующий ход. Открываются двери, он стреляет теперь. Мария без сознания. Очень интересно. Что делать? Юрчик, кто ж тебя вылечит? Потому что он выстрелил тоже из этой установки. Юрчик видит противника, перезаряжает установку с ранами, Юрчик, смертельными, и стреляет тоже наспех сюда. И он без сознания. Захватили живыми. Захватили навигационный блок сплава, Эллирия нету. Живых взяли двоих. То есть первого, которого Юрчик вырубил, и второго. Оперативников потеряли двоих. Это Петрович и второй оперативник. Второй оперативник... Непонятно, что Юрчик не выжил разве? Мария без сознания была только. Может, Марию потеряли, потому что надо было ее в это... Пришельцев 10, трупов 10, ну посмотрим, был ли навигационный блок, это все хорошо. Рейтинг превосходно, но тяжелые ракеты, не хватает повышения Дима Кудрявцев. Ну потому что да, действительно, действительно это. Незамедлительно вернуться на базу, здесь. Перехватчик на ремонте. Никаких ремонтов сегодня, молодой человек. В Австралию слетать и проверить. Ракеты Лавина прибыли. Топливо на исходе, возвращайся на базу. Незамедлительно проверить, кого мы там захватили. Медкомплект произведен на Джонни Бегат. Сделай мне, пожалуйста, сколько? 20 просто лазерных винтовок. На базу вернуться. Вернулись. Показать, кого мы захватили. Мститель боевой транспорт посредственно еще. Господи, кого захватили? Захватили Человека-змей навигатор, Человека-змей солдат. Командира не было. Не было командира. Так, здесь произвели мы медкомплекты. Значит, транспортировку попрошу на Good Luck. Медкомплектов. Давай 3 штуки туда. За 200 баксов, да? 2 оставляю, потому что здесь есть оперативники. Здесь пушки лазерные тоже оставлю. В случае нападения на базу, если ПВО не справится, эти оперативники, которые пси-лаборатории здесь будут учиться, они вынуждены будут отбивать базу. Здесь продаем все, что награбили, так сказать, да, на источники, подожди, источник энергии вот так, пищу пришельцев попрошу вот так сделать, сплавов вообще миллион уже, не знаю, денег очень много, можем строить все, что хотим, кроме того, что, кроме Иллирия. Могли бы производить Иллирии, вопросов бы не было у матросов. Перфекционизм, хирургия пришельцев пошла. Эллириума 73, трупы человека-змеев тоже уходят с молотка. Еще лям имеем, 7 миллионов, даже увольнение. Хороший корабль, да? Что у них было? Бластерной установки не было, у них должны были быть парализаторы. Парализатора 3, а парализующих бомб уже одна осталась. Ракет у них не было, гранаты пришельцев у них были. Давай вот так сделаем. Даже увольнение. И что у нас здесь по... Есть ли у нас здесь еще? Я хотел посмотреть, пока я не забыл. Гранаты, подождите, подождите. Рейнджер, танк, пушка у нас здесь еще есть.
Я хотел, Аня, вот здесь это хотел сделать. Информация по базе, склад. Ракеты «Лавина», пусковая установка прибыла. Что я хотел сделать? Я хотел с этого корабля, с перехвачения, снять плазменную авиапушку, поставить вместо нее «Лавина». И посмотреть, появился ли Иллирий у нас здесь, потому что мы пушку сняли. Возможно, она не заряжается Иллирием, вот эта пушка. Потому что на базе Иллирия нету. В таком случае есть смысл просто их ставить и забыть об этом. Давайте подождем, пусть он перезарядится, и 30 минут промотаем. Сохранение игры, кстати. Спасибо. Спасибо, автосейв. Еще раз посмотрим. Продажа, увольнения. Плазменная авиапушка. Не. Хорошо, тогда мы эту плазменную авиапушку. Здесь корабль у нас, перехватчик третий. Лавина и плазменная авиапушка. Это серьезный перехватчик. Мы вот эту транспортируем на Good Luck, вот эту плазменную авиапушку. За 69 баксов. Представляете, за 69 баксов каким-то Тундра Экспресс такой. Плазменная авиапушка, которую можно пол Нью-Йорка, наверное, снести. Да, и это. Стингеры должны прибывать, почему-то не прибывают, и звонит неизвестный номер мне. Ну и на этом серию мы заканчиваем. До свидания.